Ну, ждем, пока он доплывет. Я в бою? Вы в бою? Нет. Нет. Вот не надо было, блядь, этого делать. Сбрось через на эту эльфу. Да-да-да. Не сбрасывается нихуя. Все сбросилось. Иди на горшок. Бля, аккуратней с своими фаер-кастами. Так а я вот так я лучше сделаю. Короче, нужно 3 некритового кстаба, чтобы убить сверху. Погнали, сейчас в часового заеду. Потяну его. Ну чё, сейчас станцию кикну. Поехали, одну пачку мы на змеев пулю. Потихоньку. Я потихоньку буду подпуливать по одному паку. И мы их будем потихоньку ауешить, долбя в основном, конечно, сферы. Да, понял. Че ждем? Поехали еще пулю. Сейчас стяжку дам под конец его коста. Ага, дал. Ну окей, под укрепление дам. Станчик. Воруй, боцман, сейчас. Ясно, ага. Дал. Зря. Господи, он 20 секунд откатывает. Все. Сначала одного, потом второго. Сферы нет. Чали. Первого. Чё, Демюрк, хорошо вперед меня шагаешь? Ну а где ты там? Вставай. Ну я жду, пока Рога у нас в инвиз войдет. Ты так и не дождался, между прочим. Ну, так потому что спулился часовой. Нахуй это все, блядь, там ждать? Хай бежит сзади, блядь. Боцман. Ну чё хм, блядь, я умерло 2 человека, потому что ты не вошел в инвиз, типа, блядь. Ну сзади, сзади чуть-чуть. Боцман, ты вот сейчас такую ересь несешь, вот я тебе серьезно. Почему ересь? У меня прям начинает очко пригорать. Умерло 2 человека, потому что танк не вошел. Танк ждал меня, блядь. Вы просто летите вперед танка, нахуй. В чем проблема? На мне же специально метка стоит, но. Поехали, подпьем. Первый каст голема собью. Иммуник твой каст. С кливами аккуратнее. Сейчас я собью станцию. В смысле, Лайтмен, ты о чем? Подавляющие 2. Воруй. Все, давайте подготавливаем платформу.
Рога отравляет, а вы как столбы аккуратно. Фу, блять, поехали. Прыгаем. Лучик. Отправил запрос на 14 ключ. Мне лидер пишет КМ. А, но он с тебя требует кеймастер. Это ачива за прохождение 15 на время. Я же в 14 иду. В 14 человек идет. Ну, с него, прикинь, требует ачива за 15. Луч. А, луч в бок, отлично. Я думаю, пулить паксом на змеи мне или нет. Давай, пуляй левый пак. Блять. Понимаешь, вперед меня пулят, вы что творите, ну? Блять, просто хуею. Боцман, иди нахуй, вот серьезно, просто иди нахуй. В смысле иди нахуй? Ну, блять, я не вышел из боя, понимаешь? Я с ебаными плечами, понимаешь или нет? Ты не вышел из боя? А что, нам ждать так еще ждать? 20 секунд, пока босс там фласку будет пить? Ну, не 20. Сука. Никогда не знаю, здесь никто станцию не пьет. Станцию собью, все тихо, успокоились. Зачем было пак вот этот пулить, это я хуй знаю. Они пулятся вместе, а уешатся. Ради процентов. На кишащем каждый процент является ценным. Можно позже подпуливать. Станцию собьешь, вот дэнс. Укрепление воруй. Удар, аккуратней. Воруй. Зачем ты это делаешь? Чтобы было. Моб летит, моб тикает. Вы делаете расстояние, уже пробегаете. Ну, просто, короче, лучше убить. Я, блядь, тыкаю на абилки, которые мне говорят, блядь, цель слишком далеко. Цель а вот почему цель далеко? Слишком охуенно, далеко? Почему у тебя что, чаржей блядь... нет, чтобы подойти к мобу, скажи мне? Где твой конюх? Первый бес автобусе. Я тебе говорю, что это не быстрее, чем его просто убить и пойти дальше, потому что я одеваю... У моба оставалось 7 миллионов. Гораздо быстрее. Да хоть что делай, мне пофиг. Короче, тех двоих еще под пулей тогда сдалека. Нет. Все бусти. Что нет? Поехали. Два отдельно запулятся. Так, понятно. Или вообще двух можно с бесами сейчас пульнуть. Сейчас вот все бурсты отдают, и все, а теперь... Сам не пульсит только. Фан, не говори. Так, чё по бафам? Ты видишь, трапа, блядь, будет лежать, сука. Нет, трапы нет. Лампа есть. Что у нас там? Чантеры, не чантеры. Найт эльф юзнет сейчас. Поехали по бесам. Первая моя тяжка. 3, 2, 1, дал тяжку. Играю по сферам. Бейте мобов. Никто не умер, все нормально. Юзи лампу, и я юзаю бочку, и перебегаю на другую сторону. Вместе с паком запулишь? Карательницу, что ли?
Не-не, карательность лучше так вот. Слабый, что ли? В смысле, вместе с паком пуляй. Давай тогда я ее вот так поставлю. Поняли, да, куда он лост? Сбивай каст, Фри. Я сбиваю бурю. У меня тяжка КД маленько была. Так, полосую, конечно, вместе с вами, а то у меня уже ни рун, ни черта нет. Ой, блядь. Стены тонкие. Да не, завтычу. Ну так ты это... Аккуратней, дал вампирик. А вот сейчас я дурак. Ёбаные углы нахуй. В ротах чихпых, да? Культурный стрим, это что? Так, у нас ювелиры есть? Импов, давай быстрее. Да, это горная юзается. Импов, блядь! Сука! Мне сейчас не надо уже, ёбаный! Дай утяжку. О, еще пак под пулли. Как умудрились охуенно это сделать? И пизда-то просто, блядь. Знаешь, на кого идут? На боцмана. Да потому что поздно, блядь, импов не потому надо что... пулить. Ну а зачем вообще мы пулим импов? Потому что их надо пулить и убивать, блядь. Ты мог раньше об этом сказать? А мы не стояли секунд 15 и дрочили. Так ты можешь анонс дать от своих предстоящих действий? Я 10 раз сказал. Ты один раз сказал, когда они уже пробежали через дерево. Просто после каждого пака, блять, сидишь, долбишься в чат, понимаешь, вместо того, чтобы продолжать играть. Ты можешь нормальный анонс дать о том, что пулим демона с бесом заранее? Ты молчишь 2 минуты, потом говоришь быстрее, быстрее. Поехали по бабе. Сложно, блять. На 10% статую юзну. Ты можешь юзать. Да, ну. Он с трупа долго бежит, демон. Теперь жди тогда патруль, пока стоит. Угу. Может, патруль не есть бурсты? Здесь нету ничего. Бля, не знаю. Только сейчас надо убивать до этой. Сейчас убьем глазик. Ну что, тогда третьего демона убьем с трэшем и все. Лучик в меня, окей. Бурстите. Закрою щитом на комбу. Что-то поздновато щиток кидал, по-моему. Ну там все равно 4 ляма, он так тикнет. Повторно. Не, ну не смешно. Третий подряд. Угу. Че, молот, как мух спит? Охуенно. Спасибо, ну че, тебе надо есть. Будет пробежать товары юзнуть. Кому? А, ну кому? Да Энси. Он же Рога. Поехали, пока патруль убьем. И юзай товары потом. Стой, не двигай.
Не двигаю. Ну а смысл мне их двигать? Бурю черепку собью. Так, демонюга прибежал, заагрил его. От морды его отходите, сферки я также побью. Бурю сбил. Один сап лучше сбивать. Диспел только один. Бабам контроль надо один сбивать. Потому что с диспелей только один могу. Че, где проценты будем добирать? Мысли. Че ему не говоришь? Понял тебя. Двоих здесь, троих там, и может бабы еще все. Окей. Да, сейчас собака будет войды серить. Сферки. Ну, пошли через центр как раз. Чё, троих этих мопчиков? Да, да. Поехали. Не хватит, бабе веди. Да, я веду сейчас бабе потихоньку, то я не встану. Баба бежит, аккуратнее, скоро лосить будем. Блять. Сейчас поудобнее маленько поставлю. Поняли, да? На ступеньки заходите и лосаете это дерьмо. Блять, опять собака насерила. Стоим, бьем. Что там за бабу? 5.2 дают. Все, окей. Ну и все, сейчас 2 моба и 1 босс. Какие 2 моба? Ну, считать боссов боссами на фортифайте — это дело такое себе. Он тебе покажет. Я ему, знаешь, что покажу этот Аликси? Я и покажу. Ух, я ей. Даю отчет. Первых мов убиваю. Мастяшка полутора минутная. Надо сейчас мастяшку. Ну я вообще много говорю на будущее. Факту я ее. Разок за бой только успею кастануть. Бесов буду подальше отводить. От воид этих, чтобы в воидах не заспавнились сферки зеленые. Следующий я. Угу. Отведу. Далеко больше. Ну, бесы же тоже проходят какое-то расстояние. Ничего. Когда вылупляются. Ну а как они в мили тогда оказались, если они ничего не проходят, боцман? Расскажи-ка мне. Они при спавне не кастуют секунды 3 и проходят мили расстояние. К человеку, который их заагрил. Окей.
Сиду. Блять, далеко. Не знаю, бред, ты... Да мастяшку давай, кейс. Да, блядь, ненавижу этих баб танчить, у них хитбокс маленький, они прям в тебе стоят. Ну, ну они прям в тебе стоят. Понимаешь, эти бабёнки? Хуже босса нет, чем эти бабы, ну. Блядь, я не танчил здесь, блядь, сотню раз, я бы, блядь, может быть, да кого поверил. Ты там танчил? А так как, блядь, это... Ты да, ядока. У нас 200, блядь. Это все объясняет. Вверх-лево иду. Рафаэль один. Низ, лево, кто бежит? Сейчас я сбегаю. Да все, уже я прыгнул сверху туда. Поздно. Ищите. Темный жилет, перчатки, длинные рукава без плаща. Мужчинам. Мужчинам. Походу внизу. Длинные рукава, блядь. Да, длинные рукава. Стоит такой же, только с коротким, пидор. Вот он. Ну, юзай его. Похоже. Не могу, я же фейлил. Бегу к тебе. Да, он. Уже повязали. Давайте ускоримся. Я открою. Окей. Я что думаю, там? Что... Залп-то не шотнет вас? Отлетите с коста. Здесь на 5. Давай, боцман, добегай налево. Что у нас за баф? У нас минус 10 есть. О, отлично. ХП было бы лучше, по-моему. Ну, минус 10 урон тоже хорошо на этой хуйне. Но 25 хп это тоже интересно. Так, ну-ка чекаем. 3 ляма? Или это он меня в версу просто ударил так? Сколько по тебе боцман прошло дамага, ты не отчекал? Что он меня просто по трилям убьет? И именно в тот момент, когда верса прокает прям удачно. Там босс чуть не отлетел, блядь. Угу. Юзаю ключи. Явно не триля моему. Да. Но у меня согласованность, когда прокает, у меня версы становятся 50%. То есть там минус 25 подрубается сразу. Вот так вот. Примерно на 4-го ЕСВ и прожмете. Чё, первый, третий, пятый? В эмпирике. На третий маб будет. Второй, четвертый. Давай тогда второй, четвертый, ну. Второй, четвертый, шестой. То есть я в плане четные и нечетные косты, я об этом тебя спросил. Может, чтобы молот не умер. А чё ты так о нем заботишься? М? Иммуник. В прошлый раз умер. Так, это первая ауешка. Лопни эту хуйню. Да уже. Я на второй ауешке почищу. Берегитесь. Вампирик работает.
аккуратнее. Блять. Даю БР. Это вихри мешаются. Сейчас вам перек дам. Блин, нажимайте сейчас. Че ему никому бабл подарил? Лучше бы ты отвел. Боцману бабкинул. Ну, правильно. 60-е плечи. Что-то мне везет на 60-е шмотки. Кому? Платник. Как? Сет? Как? Ну, мне не нужны плечи, у меня там сетовые 80-е. Так не сетовые плечи? Нет, нет, сетовые плечи падают же с этой. Мне нужны, давай. Давай, кидай обмен. Сетовые плечи же с катакомб падают. Тут нагрудник падает только. А, точно, тоже пузо. Угу, тут инфернальная кераса, там инфернальная плечика. А, хотя, блядь, ради... А, так у меня и так 50-я на мне в виде токена. Не. Ладно, все, хватит. Что там по килу запрокало? Нижняя кара, небось? 22-й это что прокнуло? А, утроба. Утроба, еще, насечь.